Повышение уровня дорожно-транспортной безопасности юных пассажиров. На это направлен комплекс профилактических мероприятий «Маленький пассажир. Большая ответственность», который проводится в Беларуси с 18 по 24 августа. Во время акции внимание инспекторов ГАИ будет уделено безопасности при перевозке детей. Хотелось бы напомнить водителям об административной ответственности, которая наступает в случае выявления сотрудников госавтоинспекции факта перевозки несовершеннолетних с нарушением правил дорожного движения. Значит, она составляет штраф в размере до 4 базовых величин. Хотелось бы отметить, что с начала года за неправильную перевозку несовершеннолетних к административной ответственности привлечено уже 260 водителей. Также необходимо напомнить, как перевозить детей в салоне автомобиля. Необходимо использовать детское удерживающее устройство, соответствующее весу и росту ребенка, а также бюстер, который позволяет увеличить рост ребенка на время поездки. Можно не использовать эти элементы, если рост ребенка свыше 150 сантиметров.